Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Анна Матильда Ирма Жу, или Арет Дор, французская актриса, танцовщица и певица. Родилась 8 июня 1880 года в 8-м округе Париж. Представлена на большом количестве открыток «Прекрасной эпохи». «Прекрасная эпоха» – период французской и европейской истории. Обычно считают, что он начинался примерно в 1871-1880-х годах и закончился с началом Первой мировой войны в 1914 году. Была популярной моделью для плакатов. Когда она была ведущей танцовщицей театра «Скала» в 1904 году, она приобрела замок Винье-сюр-Сен. Она продала свою собственность 28 сентября 1948 года, чтобы поселиться в Марокко. Наряду со своей театральной карьерой, Доржер некоторое время также работала моделью. Она появлялась во многих французских журналах. Работала танцовщицей театра Варите в Париже. Особый успех имела в роли принца Золушки. В 1912 году ее имя было в составе группы Ле Сигаль. Благодаря своей головокружительной красоте имела успех. Разбила сердца множества мужчин, но до конца своей карьеры отклонила все предложения руки и сердца, которых было немало. Любовники, скорее всего, у нее были, но и о них ничего толком не известно. Скорее всего, люди это были хоть и состоятельные, но не слишком знаменитые, которые не попали в историю. В 1958 году вышла замуж за Луи Мажери в Монако. Умерла в Монако в 1965 году. Вот так вкратце из переводной Википедии о Арлет Доржа, французской актрисе, танцовщице и певице. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии.